пришли вам показать наш город. Ой, пахнет так цитрусами. Красота, лето пришло. А вот и мы, друзья. Видите, я разделась, так тепло сегодня. Sahile inelim mi? Конечно, sahile aşkım ama başka bir yerde yok burada. Правильно же говорю, куда-нибудь надо вам море показать. Мои девочки, мальчики любят море. Какое движение, пройти невозможно. Не пропустят здесь пешехода. Наши уточки. Ой, как они купаются. Погода шикарная для принятия морских ванн. Вот жизнь у них, да? Райская. Никаких жизненных проблем. Коммунальные услуги платить, свет, газ. Все бесплатно. Вы посмотрите, что делают. Брачный сезон. Поймал бы сына. Вы видите? Хулиган. Какой настырный. А другие на подмогу пришли. Насилуют средь бела дня. Бежала уточка насильника. Идем со Шкилом, смотрим. Посмотрите, как дом покрасили. Молодцы. А я говорю, а почему наш не красит? Он такой страшненький был, а сейчас совсем по-другому выглядит. А Эндер говорит, что года лет 5 назад покрасили наш дом. Мы лязем, видим, какие красивые дома, да, там дальше. Брюссель-Сидель. Только много пенсионеров. Все на улицу повыходили. Какое активное движение, видите, на той стороне. Весна пришла. Уже можно сказать, весна пришла. Наш Мерси. Ашким хаби урода от враджес. Пойдем с Ашкимом возле моря посидим. Сколько терпения, да, у этих рыбаков. Клюнет рыбка или нет.
красота, мои хорошие. Море такое спокойное сегодня. Послушайте, я чувствую море, запах такой приятный, ну не сильно пахнет так морем, море как пахнет рыбой, да? Это прелесть, это стабилизатор, вы себе не представляете, одно удовольствие. Возле моря хорошо медитировать. Эта маска как намордник. Намордник страшный. Как будто шар. Решили со Шкивом посмотреть, как играет молодежь. Ведь у нас тоже есть мяч. Мы как-то играли с ним поначалу здесь. Ну давай, давай. Ходи, ходи. Пока я снесу. Ходи. О, супер, молодец, мальчик. Я тоже раньше, помню, в 6 классе ходила на баскетбол. Была профессионалом. Женский был баскетбол. Сколько лет? Наверное, может, с 4-го. Или нет, с 5 класса. 3 года ходила. Но мама меня никуда не отпускала на соревнования, ни в какую. Поэтому моя карьера и так и закончилась, была только в Батуми. Да, тяжелый это вид спорта, но такой классный. Бегать надо и тяжелый мяч. Посмотрите, как играет. О, супер! О, не получилось. О, какой красивый, на гюзеляшке он как забил, молодец, мальчик. Отлично, аферин, молодцы. Hadi balık aldım. Olsun. Nerede balık? Olsun. Полиция приехала, поэтому быстро маски все одели. Упаковалась. Как близко мы возле моря сидим со Шкивом. Боже, какая красота. Море сегодня, знаете, какого цвета? Болотного цвета. Ренки де гиштерди бугун. Денис, фильмы. Не дам де гиштерди орашкин. Бираз базен мави, гюзель. Бугун ешу ренки. Не дам. Хавар де гиштерди орашкин. Хаварнын рэнгіне гэрэ де гиштерди. Нормалде сүйін рэнгіне дыр ян, бэйалды. Ама gökyüzünden yansıyor. Ona göre değişik. Ya, погода, наверное, меняется. Yine de gösteriyor hava. 23 градуса сегодня. 23.
adına ilginç bir sesi değil mi? Kanallardan su giriyor ya denize. Hı hı. Kesinlikle tuzlu suyla karışmıyor. Eğer karışırsa insanlık yok olur zaten diyorlar. Говорит, что когда говорится этого, ну вот есть воды, которые выходят, они как не перемешиваются. Карышмыйор марш. Прямо полоса идет. Карышкасы. С морской водой не перемешивается. Ямыр олан су. Карышмыйор текрар дönüşüm var. O dönüşümü sağlamasın zaten insanlık ölür yani, susuz kalır. Физика, химия. А вот там смотрим сейчас. Самое высокое здание. Как далеко от нас. Вашким бакайорсом сен. Эн юксек эв. Кач километры? Эли ики. Эли ики. Гепкелен дейорус, а гепкелен. Кач километры? Çok kilometre. 52 kat işte yani. Her birini hayır, 3 diyorum, kat eden saydığı bizden zaman. Orada kadar. He, 20 kilometre. 20 kilometre. Olabilir. 20 kilometre do centra. Насколько могла увеличила. Buranın ilginç tarafı ne biliyor musun? Burası 3-5 yıl önce yoktu ya. Niye bana böyle 5-5 yıl önce ничего? Nasıl getirdin evet, deniz evet, ya? Çok oluyordu. Burayı nasıl oluştu? 5 yıl, 2 yıl. Yani bu taşı getirmiş olabilir. Погода ничего не было. Bunu nasıl getirdin ya? Bu nereden geldi? Как море, говорит, выталкивает, вот образует эти пляжи. Не было ничего, друзья, не было. Какая сила морской воды. Мы тут сидим и умничаем со шлемом. Вот так и сунули их, да. Oldu bir şey. Daha önce böyle kayalara vuruyordu, değil mi? Kayalara vuruyordu. Мы вышли сюда вот на мостик, где рыбаки. И посмотрите, какая грязь. Море какое грязное. И вот полоса грязи. Вы видите, цвет другой. Вот ведет продолжительность. И вот. Ну, какая грязь здесь? От улиц грязь. После дождей от улиц грязь. Песок, палки, что-то еще там, пакеты какие-то. Так, канализации здесь, конечно, нету. Канализационных стоков. А именно грязь такая. И поэтому здесь никто не купается. И мы не купаемся. Кошка ждет. Кошечка ждет рыбку. Рыбаки сидят, наверное, не скоро будет. Что-то сегодня улова. Бугюн мёк балык ашки.
balıklar eski. Ben de balık istedim şimdi. Сегодня хочу посидеть на яблоках. Вчера же наелась разных вкуснятин. Пока удается. 5 часов, есть уже вечера. Даже не знаем, куда со шкивом пойти. Туда ходим, сюда ходим. Я сегодня читала комментарии. И одна там написала мне, доброжелатель, что надоели ваши блоги смотреть про вашего мужа, что вы готовите. Выходите на улицу, показывайте город. Ну вот, моя дорогая, вышла я по вашей просьбе. Ну а если не нравится, не смотрите тогда мои видео, те, которые пройду. Каждый день же можно выйти. Меня еще спрашивали, как одевается молодежь. Ну пока вот, видите, ребята, таких не видно. Все, которые занимаются спортом. Постараюсь вам заснять. Вон девочки там вроде бы сидят, мальчики. Все скромненько сидят, одеваются. Сидят пикники опять. О, на полу там расположились и кушают.
мои дорогие, с 1 по 14 апреля в Карфуре вот такие скидки. Фарш 46, кусочки мяса 52, вот такая крученная дёш сарма 50. Я, кстати, ни разу ее не покупала. И Дана бифтек, тут именно все мясо, нету прожилок жилых каких-то жирных. И сколько стоит, сейчас я скажу, 62 лиры. Нормально, не так ли? Вот сейчас идут скидки перед праздником. А может и в конце недели, не знаю почему, но нормальные цены. Какая прямо-то акция, тут с 8 по 12, 6 по 11, 6 с 1 по 9. Вы видите все скидки в Карфуре. На муку на 20% скидка, на все остальное, на сладости, конфетки 25. А тут, смотрите, ашкен, баксен, потатес бирлитр, бирлира. А мы вчера по 2 взяли, обалдеть.